На Вашуткиных озерах продолжают орудовать черные рыболовы. Несколько браконьерских баз обнаружили в ходе очередного совместного рейда Центра природопользования и охраны окружающей среды, полицейских и рыбинспекции. Нелегальный промысел ведется в серьезных масштабах. Причем браконьерят здесь особо предприимчивые товарищи из соседней республики Коми. До местечка Сирейто около 2,5 часов лету. Добраться сюда проще всего по воздуху. Эта точка первая в маршрутном листе опергруппы. Еще с вертолета участники рейда замечают незаконные постройки. Первым делом осматриваем окрестности. Повсюду следы рыболовного промысла. В подсобных помещениях сети, тары для разделки и хранения, соль для пищевой обработки рыбы и упаковочные мешки. Браконьерское логово оборудовано хоть и не по последнему слову техники, но все необходимое для налаженной работы рыболовов здесь есть. Для нелегального промысла браконьеры даже обзавелись вот таким вот специальным болотоходом. По всей видимости, на нем они и перевозят свой улов. Кстати, черные рыболовы были здесь совсем недавно. Об этом можно судить по свежим следам от техники. После осмотра строений охотники за черными рыболовами делают вывод. Преступники покинули базу не больше суток назад. Видимо, узнали о проверке и поспешили скрыться. Даже орудия лова наспех спрятали в кустах. Это сетки. Все спрятано, готово. То есть это все использовалось для вылова рыбы. Орудуют здесь в основном жители из республики Коми. От Вашуткиных озер до Воркуты всего 120 километров. До Ненецких, Харивера и Харуты чуть больше, около 160. Разговоры о том, что на этих богатых рыбой водоемах можно легально добывать водные биоресурсы, ведутся уже не один год. Предлагали даже помощь в оформлении земли и выдаче лицензий. Да только местные жители не особо горят желанием заниматься законным рыболовством. Это главы должны включаться в эту работу. Мы уже сколько раз предлагали главам, пусть они соберут заявление, кто хочет, мы поможем. Год назад об этом я говорил, не знаю, обратки пока никакой от глав нет. Но вот это вот их в том числе работа, вот по людям. Они говорят, у нас много безработных, вот, пожалуйста, вот это работает и доход. В 7 километрах от Сирейто еще одно рыбное место, которое облюбовали жители Коми-республики. Здесь масштабы добычи намного серьезнее. Улов вывозят вертолетами и вездеходами. Гусеницами последних тундра сильно изборождена. Повсюду следы от техники. Подлетев ближе, становится понятно, в избушке кто-то есть. Здесь сразу несколько строений, мини-цех для обработки рыбы и мяса, а холодильники прямо в вездеходе, припаркованном возле домика. Отправляемся внутрь. За столом двое мужчин, оба из Воркуты. Говорят, приехали сюда отдохнуть и заключить сделку с местными оленеводами. А мясо у кого берете? У участника каких? Поля и два Гриши, их фамилии. Не, а откуда они? С какого колхоза? Они не с колхоза, они частники. Частники? А откуда? Да. С Ненецкого округа? Да, с Ненецкого округа. И какие объемы вы берете у них? Ну, 20 деталей не так берем. Вот бензин привезли. И они бензин, хлеба просят поесть. В ходе разговора выясняется, изба принадлежит некоему Чайкину из Воркуты. И на это строение якобы даже есть разрешительные документы. Мол, все здесь законно. Сотрудники охотнадзора спешат огорчить заезжих гостей. В реестрах этого дома нет. Вдобавок, после проведенных замеров выяснилось, изба находится в водоохранной зоне. Особо охраняемой зоной является 50 метров от уреза воды. То есть у нас здесь сейчас незаконная постройка в водоохранной зоне на расстоянии 19 метров 70 сантиметров. Для постройки этих строений необходимо согласование для использования, скажем так, земельного участка и постройки здесь сооружений. Теперь на хозяина базы заведут административное производство и обяжут снести незаконные постройки. Местонахождение избы проверяющие отбили на картах в своих навигаторах, ведь браконьерят здесь, по словам природоохранителей, круглый год. Эти места богаты ценными породами рыб – сегом, пеледью и хариусом. По подсчетам экологов, на Вашуткинской озерной системе можно без ущерба для природы ежегодно добывать 60-70 тонн сеговых. И этим пользуются браконьеры из республики Коми, в частности, из близлежащей Воркуты. Рыбу вывозят в промышленных объемах. Вылов большой. Видите, сколько техники. Техника – это не потому, что здесь так удобно ездить, а потому, что это вывоз сетей, тары,
рыбы и так далее. Видели, сколько соли. Это же все будут засаливать. Ну и возится все в Коми Республику. Следы от тракторов, от вездеходов мы видим. Богатые рыбы и Вашуткины озера практически не контролируются федеральными природоохранными организациями, а у местных структур полномочий на это нет. Впрочем, в скором времени здесь появится охранный пост. Произойдет это, как только завершится процедура оформления биологического заказника Вашуткинский. Создание особо охраняемой природной территории позволит взять под контроль вылов рыбы в этих местах, а местные жители смогут законно заниматься традиционными промыслами. Алина Волчейская, Сергей Кадчигов, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ.